Вітаю! Поздоровляю всіх з Днем міста. Сьогодні у нас в гостях почесний громадянин нашого Дніпра. До того ж, ця людина очолює найбільшу лікарню в нашій області. Це головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Сергій, доброго дня! Добрий день. Традиційно з вами говорять про лікарню, про медицину, про напрямки, про проблеми, про перспективи, про результати роботи, але на сьогодні день міста. І говорити будемо про наше місто, про наше Дніпро. Ви навчалися, медичний заклад, ви навчалися в Дніпрі чи в Одесі, Харкові? Ось де ви закінчили вищу медичну освіту, отримували у нас? Я закінчив медицинський інститут в Дніпрі, тоді в Дніпропетровську. В нашому любимому місті і всю свою юність, всі найкращі події я зв'язую саме з Дніпром. Я не хотів би жити ні в якому іншому місті, були можливості жити в Києві навіть. Ну, ж возглавляє ту медицину. Да, навіть отримав там в своє время квартиру. Однак завжди на протяжении всіх років і всіх днів, коли я знаходився в других городах мене дуже тянуло в Дніпр. Я люблю этот город, люблю наших людей, люблю наш паркін, нашу реку. І жизнь без Дніпра просто не представляю. Ви по роботі ви часто буваєте за кордоном, там відрядження, правильно? Там якийсь досвід перейняти, подивитися, як працюють колеги в інших країнах. Повертаючись там з європейських країн більш там, де медицина розвинута, де більш там цивілізація, ну, там більше інфраструктура розвинута. Вам не сумно повертатися у Дніпро? Чи ви з радістю сюди повертаєтеся і бачите рідне місто? Які от враження, повертаючись? Завжди повертаюся з великою радістю. І, знаєте, от з такою тоскою вроді повертаюся в отеческий дом. От, із волненням, із трепетом. И хочу, чтобы все понимали, что это чувство, насколько искренне, потому что, когда подъезжаю на машине или на поезде, у меня учащается пульс. Очень люблю Днепропетровск, днепропетровчан, наш Днепр, потому что город, который собрал в себе самые лучшие человеческие чувства и традиции. И хотелось бы, чтобы и мои дети, и все, кто сегодня, может, и не очень хорошо говорит о Днепре, поменяли свое мнение, сказали, это самый лучший город, в котором надо жить. Коли там через декілька, там 10, 20, 50, там 100 років буду там читати книги, або які там будуть носії на той час про історію Дніпра, ну, теперішнього часу, то 2014 рік, коли почалася агресія з боку Російської Федерації, ну, певне місце займе у цьому джерелі, де про історію. До 14-го року, ну, Дніпро було, як і багато там інших, там 24 там обласні центри більші там, ніж інші, там багатші, ніж інші, бідніші, можливо, ніж Київ. Лікарня Мечникова також була обласна клінічна лікарня, як і інші обласні клінічні лікарні. Тим не менше, 14-й рік вніс певні корективи. Як лікарня Мечникова зустріла, ми знаємо, лікували, допомагали, це була така основна точка допомоги пораненим, дніпряни, пересічні дніпряни, які не мають жодного відношення там до медицини, не мають там освіти медичної. Як вони зустріли оці події і чи вони пересікалися, допомагали вони лікарні імені Мечникова і медицині в 2014 році? Дніпро завжди був славним містом. І я пам'ятаю тоді 70-ті, 80-ті, розквіт ракетостроєння. І завжди Дніпро зустрічав. Вот я помню ход первого трамвая, я все время ездил с ЖД вокзала. Помню, как поливали все улицы, буквально через каждые 300-500 метров ехала поливная машина, смывала всю пыль, которая были, чистились тротуары. И вот именно таким запомнился Днепр в минувшем столетии. А если взять 2014 год – это совершенно новая страница для нашего города, потому что именно днепряне, именно жители области первыми оказывали помощь раненым,
они создали настоящий человеческий щит, который позволил выжить тысячам солдат, тысячам переселенцев, которые рванули в наш город из Донбасса, людям, которые с детьми на руках приходили к нам в город за помощью в самый трудный час. Які бігли від війни і шукали. Да, і наші люди, я хочу сказать громаднейшее спасибо всем нашим жителям, потому что именно искренне, именно по-семейному всех принимали. У нас десятки людей работают из Донецкой и Луганской области. Люди, которые пришли без денег, без куска хлеба, нашли здесь маленькое уютное убежище, которое позволяет им сегодня жить, продолжать работать и воспитывать детей. А что касается войны, самое главное – заслуга днепрян, что они выдержали все это сложное время, помогая другим, помогая выжить другим, сдавая тонны крови. Только в больнице Мечникова было перелито 3 тонны крови нашим солдатам. И почти в каждого из них они поступали с сильными ранениями, когда кровопотеря была... 3 тонны крови – это очень много. Это каждый из бойцов, по сути, который был тяжело ранен, получил литр крови наших днепрян, людей, которые добровольно, без всяких поощрений, приходили на наш донорский пункт больницы Мечникова. Говорили, берите у меня кровь для того, чтобы выжили солдаты. Это были люди различных профессий, начиная от слесарей, уборщиков, заканчивая председателями советов и администрации, которые хотели помочь этим ребятам. Вот именно эти моменты объединили еще раз наш город, показали, что мы лучше других, потому что мы помогаем в трудную минуту. Огромное спасибо всем. Огромное спасибо людям-патриотам, которые сегодня отстаивают независимость, свободы. Я надеюсь, что город Днепр должен обязательно расцветать. И первое, что должны сделать сегодня, это привести в порядок все наши улицы, привести в порядок корпус больницы Мечникова, девятиэтажный, потому что штукатурка сыпется, и мы каждый день боимся, чтобы никто от этого не пострадал. Хирургический корпус? Да. Таким же новенький, но таким же старый. Так получилось, что почти 30 лет назад его строили на быструю руку. Ну, пошлый день, куда это уже радянщина закончилась. И, к сожалению, даже с 9 этажа и с 8 отпадают кусочки штукатурки, которые падают по машинам. І там сьогодні плітки, надо... такі маленькі плитки, яка з 9-го да, там, поверху нашу кінетичну надо... енергію отримує. Да. Приймати рішення і обов'язково приводити його в порядок. Я, пользуюсь случаем, хочу сказати, що іменно больниця Мечникова – історичне місце нашого міста. Іменно там ще в 18 веке створювався наш міст. Це була перша, по суті, лечебниця, в якій отримали допомогу люди, которые на протяжении веков жили в Днепре, мы посчитали около 12 миллионов за это все время по историям болезни, получали помощь в больнице Мечникова. Тогда она еще была земской больницей. И сегодня надо все сделать, чтобы эта больница получила еще дополнительное дыхание в плане реставрации, в плане ремонтов, потому что это наша история. Дніпряни зараз активні дії, дай Боже, не будуть проводитися активно. Вони стали менш активними. Є обстріли, є поранення, але не такі активні, як в 2014 році. Тим не менше, допомога дніпрянам. Можливо, це не там, пораненим, які приходять з осадку, просто люди, які лікуються, там, оперуються. Потрібна допомога дніпрян? Кров чи ще щось? Кожен день ми нуждаємося в допомозі. Я хотів би відмітити фонд «Солідарність», який буквально вчора передав нам 5 электрокардиографов, которые позволяют нам очень быстро по всем корпусам проводить исследования. До этого еще 5 передали. УЗИ-аппарат дополнительный, который мы поставили в старом хирургическом корпусе. Не надо больных возить. Это
большая помощь в диагностике. И мы сегодня ждем, что обязательно нам поставят именно наши меценаты аппарат МРТ новый, трехтесловый. Очень важно, чтобы мы и новые технологии сегодня внедряли с помощью наших горожан. Это все не за счет бюджета, это все за счет людей, которые сегодня приносят здравоохранение, частицу здоровья, потому что люди, которые приходят к нам, смогут получить эту помощь. Не ехать в другую область, не ехать в Киев, не ехать за границу. Это большое дело, когда человек, который может помочь ближнему, это делает вот именно в лечебном учреждении. Такие люди есть. И именно почему-то я не вижу других примеров по городам, вот таких ярких, как это делает в Днепре. Много простых людей, которые начинают огурцов, картошки, тобто там всем необходимо памперсов. Маленьким приймаєте, треба маленьке. Приносит в больницу Мечникова, чтобы помочь больным, раненым, переселенцам. Именно такие люди живут в Дніпрі. Ви в молодості навчалися у Дніпрі, в медичній академії. Який це був корпус? І чи пам'ятаєте ваші студентські роки? Ну, не взагалі студентські роки, а як вони пов'язані з містом? Що ви робили під час студентства? Де були, де бували, що любили, що не подобалося? Розкажіть про місто в контексті ваших студентських років. Дніпр став для мене рідним містом, хоча я народився в Корсунь-Шевченківській, це Черкаська область. Я полюбив, наскільки цей міст, що сьогодні даже недельное отсутствие очень сказывается. Мне хочется побыстрее приехать, побыстрее посмотреть на нашу реку, посмотреть на нашу набережную. Слава Богу, все это расцветает. Очень хочется вспомнить те яркие дни моего студенчества. Я тогда и работал и на скорой помощи, и подрабатывал в 18-й больнице. 18-й это студенческая больница. На Гусенко. Да, был молодым, очень энергичным, хотелось иметь какие-то карманные средства и старался максимально по ночам, по выходным работать. Ну, фельдшером, да, вы были? Да, я был уже после медучилища, у меня было среднее медицинское образование, ездил на скорой помощи, так что Днепр знаю во всех его оттенках. Но самое главное, вот что сплотило еще тогда и студенчество, и всех тех, кто приехал в Днепропетровск, это возрождение нашего города, возрождение вот той части общежития, которые строились на первом массиве, на набережной. Это 6-е и 7-е общежитие медицинского института, которое позволило сотням студентов с других городов жить на то время в европейских условиях, вот именно находясь в этих общежитиях. Это на початку перемоги, да, жилого массива? Да. Это очень здорово, когда что-то созидается, открывается, строится. И мне очень бы хотелось, чтобы все последующие годы, все последующие праздники мы начинали вот из дачи вот таких социальных объектов, таких как больница, таких как школа, общежитие. Это все человеческое, но в первую очередь необходимо. Якщо, ну, ви лікар, у вас є там своє господарство, там лікарня, але є, наприклад, ви отримали там певну частину вільних грошей, які можете витратити на благоустрій міста, які є. Що б ви хотіли змінити, на що б ви зробили у місті? Там дороги відремонтували, там парки побудували. От, що б ви хотіли, щоб у місті стало краще, щоб поліпшилося? Ну, в першу чергу, я це розумію, що сьогодні треба помочь тем, кто не может самостоятельно все это сам сделать. Вот тому же инвалиду, который нуждается в специальном проезде для того, чтобы зайти в свою, заехать в свою квартиру, да, тот же лифт подремонтировать. Потому что зачастую пожилые люди или молодые люди, которые имеют детей, не могут добраться до 9-го этажа. Конечно же, автомобильные развязки, которые сегодня очень необходимы для такого большого города, когда едешь в этих пробках и понимаешь, что могло быть лучше. Хочется, чтобы вот эти грандиозные проекты побыстрее решались. Ну и, конечно же, лечебные учреждения. Сегодня все говорят о их сокращении, о реорганизации. Но мне бы хотелось, чтобы, как
в старые добрые годы мы каждый день города встречали помощью населению нашего любимого города, чтобы мы создавали классные амбулатории, чтобы мы открывали отделения, которые оказывают быструю современную медицинскую помощь, чтобы мы оказывали помощь тем же инвалидам, беженцам, тем людям, которым особенно тяжело. Вот именно это облик города Днепропетровска, Днепра, который сегодня после войны возродился. Если эти начинания будут, поверьте мне, что у нас большое будущее, у нас большой потенциал, гораздо выше, чем в любых других наших областных центрах. Здесь и с началом ракетостроения, и с разрастанием промышленности собрался весь научно-культурный потенциал. Мы гораздо богаче, чем в интеллектуальном смысле, чем другие города нашей страны. Вот именно здесь мы должны жить лучше. Медицина. Да. Традиційно, ну є там, наприклад, вважається напрямки, які у нашому місті добре розвинуті напрямки в медицині. Наприклад, вважається там очі краще лікувати, ну такі є думки, краще їхати лікувати в Одесі. Там добра школа, ну я чув таке, я не знаю, я таке чув, там хтось був, їхати до Одеси, ну, там що там глобальні операції на очах. У Дніпрі які напрямки медицини у вашій лікарні, можливо, в інших найкраще розвинуті, і що треба сюди іншим українцям приїжджати і тут оперуватися, лікуватися? Які напрямки медицини в нашому місті розвинуті? Не знаю, к сожалению или к счастью, ми наскільки сьогодні загружені, що якщо к нам ще поїдуть люди з інших областей або з інших городів Дніпропетровської області, ну, мабуть, нам ще прийдеться строїти кілька корпусів лікарні. Особливо сьогодні от всі мечтают попасть к нашим травматологам, они достигли больших, нашим нейрохирургам, которые оперируют на самых сложных участках человеческого мозга. Конечно, вопросы диализа, которые у нас поставлены, гораздо лучше, чем у других. Реанимационные мероприятия, где случается какая-то беда, все везут к нам. Говорят, не, мы в Киев не поедем, мы туда не поедем, мы привезем в Днепр. Очень хочется, чтобы мы развивались по-настоящему, чтобы оказывали всем помощь, чтобы именно наш труд хорошо оценивался. Я понимаю, что это сегодня не проблемы города, а проблемы страны. Но наш город сегодня является потенциально значимым, потому что именно с помощью наших тружеников сегодня возрождается экономика. Побыстрее сегодня стать на экономические рельсы, возрождать не только заводы, но и больницы, и социальные объекты. И я верю, что сегодня в Днепра есть все основания стать лучше. Коли у вас є там вільний час, іноді прогулюєтеся містом, там десь парк Шевченка, набережна, може, якась інша локація. Яка там декілька, назвіть, улюблених локацій у нашому місті і чому вони вам подобаються, чому там любите бувати? Там, одну, я дуже люблю воду, я дуже люблю Дніпро, і, звісно ж, я стараюсь весь свій відпочинок концентрувати возле парка Шевченка. От, мені здається, набережна, парк Шевченка – це ізюмінка Дніпра. Настоящий бриллиант. И это то место, куда хочется всегда возвращаться. Хочу, чтобы мы продолжили все-таки набережную реставрировать, чтобы она была настоящей, европейской. И много объектов, которым надо сегодня помогать. Не исключая больницу Мечникова. Легендарная больница, которая стала первой в помощи раненым, которой спасено 3000 человеческих жизней, сыпется штукатурка в этажном корпусе. Я понимаю, что можно это проходить, можно это не замечать, но это необходимо сделать. Показать, и мне показать, хотелось показать. Бы, чтобы вот на следующий день города все корпуса больницы Мечника выглядели достойно. Это историческое место, это настоящая кузница здоровья. И я вот призываю власть, и городскую, и областную, обязательно сделать упор
на таких объектах социально значимых, на таких объектах, где люди получают вторую жизнь, чтобы День города мы отмечали с определенными достижениями в реставрации, в постройке, в ремонтах. Ну, естественно, покупки апаратури і оказання допомоги людям. Пишатися можна було лікарню Мечникова не тільки всередині лікарями і результатами, які вони дають, а й ззовні, щоб просто хто проходив, побачив, як це красиво. Я горжусь Дніпром, тут є така великолепна больниця. Вам велике спасибі, я вас ще раз поздравляю з ним міста і сподіваюся, що ці побажання щодо оптимізації лікарняних корпусів у лікарні імені Мечникова будуть реалізовані і наступний День міста ми будемо робити сюжет про оптимізацію і покращення лікарні Мечникова території цього медичного закладу. Вам велике спасибі. Дякую. До побачення. Сьогодні в гостях у нас був почесний громадянин Дніпра та головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. З ним міста. На все добре. До побачення.